Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на того Валоря. А герой невероятно крутой в патче. Ультимейт пробивает БКБшку. То есть БКБ тэп-аут вообще не прокатывают против моего героя. Запали еще некоторые моменты. Что же безумно интересно выглядят. Но мид против Фуриона настолько прикольный. Этот новый Фурион. Я помню, на Бене против него сыграл, у меня тогда так жопа горела. Я по итогу выиграл, но я на мизе. Офнул звук игры, наверное, минутки спустя 3. Люха тоже очень хорошая у Фуриона. Моя пока что не дотягивает. Именно по комбинации скорость атаки, анимация, дэмэдж. Дэмэджа у меня больше, анимация, скорость атаки. Совсем плохие, если сравнивать с его. Ай-яй? Не, без ай-яй. Нормально справляюсь. Так, я что-то думал, если честно, что батл уже летит. Напоминаю, что тангусами больше со спритов хилиться нельзя. Так что, когда он начнет на третьем уровне свой заспам, смогу спасаться только топориком и бежать в страхе. Так далеко, как только возможно. Хорошо. Также у него после ТП-шки 100 дэмэдж на четвертом же уровне. Вы видели рекламу шампуня для детей, которые не щиплет глазки? А схуяли, простите меня, шампунь для взрослых щиплет глазки? Аж злость берет. Благо, я знаю отличный способ эту злость выместить. Бесплатная мини-игра от Эпика, где нужно сражаться с Рошаном. Заплатил 0 рублей 0 копеек стартового взноса, зашел на хату, вынес Рошана и вынес шмотки. И это еще не все. По моей ссылке можно бесплатно забрать боевой пропуск. За выполнение каждого из квестов даются награды, а за каждый 15-й квест – аркана. За рошинг, за квесты и за открытие рундочков из новой линейки даются баллы топа. Топ-1 дня и топ-1 события получают награды. В описании ссылка, а вместе с ней промо на 15% и экстра попытку в босс-файте. У меня, кстати, крит заряженный. Так что можно, в принципе, попробовать. Что-то здесь поделать. Да ладно, толку не особо много было от этой попытки. А вот и плюха, блядь. Я думал, феррик нажать чуть попозже, но... Просто тычки по 150. У меня был феррифайр, была руна воды. Ну, кстати, феррик на самом деле жмакал. Руна воды собирался придержать немножко. Ой, ну, блядь, это вообще ужас, а не герой. Давайте возьму стики, чтобы заряжались его спритов в санах. Но умру еще раз, игра для меня закончится. Валор это как мизер, герой только темпа. У тебя есть право на одну ошибку за первые 10 минут. Иначе потом тебя как кора в игре просто нет. Так, крипсы мои. Спушил линию, погнали за бунтосом. И заказываю себе бутсы. И стики взяли бы пораньше гридены, чтобы от веток не отказываться. Ветки мой монопол. Как почувствовать дэмэдж этого сраного героя? Я играл на Фурионе 100 тысяч игр. До сих пор играю против него, я даже близко не чувствую его дэмэдж. Ладно, хотя бы одну из рун он не оставит. На ботинок очень поздно переложил бы ботинок сразу. Было бы покруче, согласитесь. Так, сейчас левел 5. На левел 5 можно будет попробовать бэкнуть на него в очередной раз. Но ему тэп-аут доступен, такая проблема. Не наступил на огонек, к сожалению.
Ну давай ты просто сдохнешь. Не хочет просто сдохнуть, к сожалению. Уговаривать нужно. Ну, Мацанула, ну, очень хорошо. Мацанула, молодец. Базару ноль. Все-таки прилетел на топ, даблкил оформил. И с ультимейтом доволен собой. Ничего, я устрою смешную нарезку фурионов. Даже не сомневайтесь, нахуй. Катапульта! Катапульта! Так, на боте делать нечего. Давайте по-другому удобрутаюсь, го-го-го. А я бизируюсь. Все, теперь есть ульта, но маны не будет на кнопке. Он и в рот, но он... Спектр гораздо интереснее. Жаль, килл я не получил. Так, давайте руну вытащу. Когда возьму рунку, будет совсем хорошо. Тут стаки СЧС могу зафармить, либо Сенкинг. Я бегу к себе, у меня Солринг прилетел, мне будет мана. Сраный герой говна. Я так ненавижу нового Фриона. Понимаете, пацан без пней, просто вот у него ПТ-перчатка, ПТ-перчатка. И все, и все дохнут. Ладно, для меня в любом случае камбэчная, несмотря на то, что у Фуриона 5 киллов и по нетворсу, и по левлу я его веду. Даже несмотря на то, что разочки от него сдох соло. Это, кстати, было прямо очень и очень плохо. И тавр ему я тоже сейчас даем. А с Тизолем хочу играть или не хочу? Вот не знаю. Сильвер обязательно придется в этой игре покупать. На антимаге Сильвер не так хорош, как на мне. На Сенкинге, очевидно, вообще этот Сильвер не купить. Заберете? Ой-ой-ой, не-не-не, все-все-все, пацаны, я передумал. Все, вы крутые и дерзкие, нахуй, идите отсюда всей шоблой. Так, потрясающе. У меня крит не заряжен из минусов. Если кого-то хаваешь, я прилечу. А, ты не хаваешь. Могут потанковать. С тобой за комбини ставим, может. Я из Петра. Встань. Хорош. Добавим сзади. Ладно, не самая плохая из историй. Я, конечно, мог чуть посмелее сыграть. Но все равно бы нихера не поменялось. Затерпел, значит, так надо было. Тем более, это у меня такой стиль игры терпилы. А
Вообще не спрашивайте, что произошло. А, это было очень плохо. Ладно, наплевать. Я не всегда чувствую дэмэдж с второго скилла, и область не всегда чувствую, такая проблема. Ну, в принципе, никто никогда не чувствует все это дело в полной мере. Там первый скилл Валоры, он такой... необычный. Ой, второй скилл. О, шикарно. Я смогу дать тебе ботл, но тебе нужно станет сразу. Убью. А, тут вижен. Смог, да, хру попробовал убить. Так, похилился. А у тебя? Я ТПшнусь, но ульты нет. Давите на другие линии, они к вам танцы, я спокойно фармлю. Да откуда он, сука, знал, что не первый в КД? Или он просто решил попробовать, и это прокатило? Секунда до ульты, антимаг. Ой, мрак. Парни, короче. Атака, если ты не будешь приходить в файта, мы ругаться не будем. Тут я наличие не звал. Я в основном вспомогательный героев. Коля. Так, а чё задумал? Ой, а чё, реально шанс есть? Давай подождите, попробуем меня, его. Пожалуйста. У меня есть кнопка, я очень хочу отдать кого-то. Хорош. А еще? Он 10-й левел только что получил. Ой, красавцы. Вот это мы поминки устроили. А вот эту курву есть ТПшница? Слышно, СК, забереги он меня. Вижен то ли вот здесь, то ли хуй пойми. Есть. Пошли, пойдемся. Грин? Давайте заберем в боте. Я бегу. Бля, на шрайне. Мо, он же... Давай убьем их. Я с ультом. Го снизу пофорсим. Я с ультом, подставляйся, Грим, смело. Я с ТП-шки к вам возвращаюсь. Мид все равно, хуй задефаешь, наверное. Так, шар, ты, наверное, сразу кристаллис. А чё она такое охуевшая? СК один, ворвитесь на него, он один, на 7. Вот, двое здесь в лесу бегают. Ой, мид, кстати. Они не стали ломать, вообще кайф. Противники резко посыпались. Слушайте, когда я подумал, что все, теперь игра терпильнейшая, мы играем 4 в 5 в течение еще 15 минут. Потому что спектра она сейчас может гораздо раньше играть, чем эти маг. Канал на ютубе, надо бы. Да, да. Правильно? Я тебя смотрел, ты на ПДЖ вроде бы играл. Не, на ПДЖ я как раз крайне редко играю. Попадать скиллами вообще не мое, но ты видел. Я молотком как раз при нем промахивался. Я гем ебал, сори. Что-то остался здесь. А зачем ты гем вообще взял на такой стадии, братан? А мне его кто-то передал, я не помню. Опачки, он не оставил руну. Ничего себе. Сейчас будет даггер и кнопка. Го, попиздимся, заберем Аегис. Дайте нам быть. Аегис нам нечем забирать. Еще на Т1. Я не дамажу Рошана, а антимаг, антимага не жди еще минут 6, ну да, минимум. Факты.
Так хотя, может быть, мне тревела тогда чё, купить? Как у тебя назвать? Герд, нам нечем драку начать. Нихуя себе нечем! Вы видали вообще этого пыджа? А чё ты такой живучий, слышь? Ко мне шарт летит. Мне, в принципе, пиксила мои головы. Слышишь? Что? У тебя как канал на ютубе называется? Миша, ёж, смотри, я учись на Гуден Лайф раньше был. Знаешь, знак слова плей еще был. Ты сам себе никнейм придумал, Миша ёж. Ну, раньше был Миша, теперь ёж. Но ёж это аббревиатура. Когда будет Миша ёж, на? Ну, Миша ёжа, наверное, уже не будет. А в мид есть плюс один? Она что-то в край охуевшая. Нет, ТП. А, ну она, смотри, что задумала. Ой-ой-ой, вот смотри, это Рудге. Смотри, учусь. Ну чё? Ну, давай по тайрам поехали. И ходить по карте, это тебе не кью, ёбаная, нажимать, блядь. Вам нечем драться. Ура, братишка, просто урился, ПВ. С молниями. Хуй поставь. Ой-ой. Помощь. Сори, очень долго я думал. А тебя, Макс, взорви кого-нибудь, пожалуйста, убери от меня это говно. Джакира мало. Джакира мало. А чё, где ёбаная Джакира, блядь? Прыгни, блядь, вот же. Ну, ёбаный, а, здесь? Да, кстати, я похилился с него. Я не заметил. Сори. Чего, блять, саппорты без вижена ходят, суки? Я рели не увидел его. Осталось понять, кто сука, кто саппорт. Блять, вот мы выяснили. От спарка отказываться такая боль, если честно. Кстати, клыки же могут прокатить. Не, давайте кепочку, наверное. Хотя кепочка против Джакира не поможет. Гифт? Слушайте, гифт реально хорош. Я же скоро выложу себе нахер. Давайте просто вам брейс на ловкость. Все. Зачем о чем-то думать, когда есть вам брейс на ловкость? Мид есть плюс? По-моему, нахуел в край. Слушай, ты реально охуел в край? И Драксира мы очень давно не убивали. Левел 10, бетолага. Стой. Нам нужно спектру добавить. На самом деле, вот этот левый талант нереально силен. Дима Ёж, или как там? Игорь. Олег? Игорь. Слышь, блядь, сам ты Олег, нахуй. Герой. Да что за хуйня, я же! Саладов демон. Вот, видите вот эту хуйню? Крутился. Я вышел отсюда, отойдите с этих половин карты. Бэк, Миша, ёж вышел. Вадим, я же сказал. Я возьму ДДшку. Пожалуй, не возьмешь. Но мы еще не выиграли, чтобы фаниться. Блять, так давайте уже что-нибудь сделаем, может. Кстати, тайминги у него хорошие. Он с меня как купил БФ, он не умирал. Даже при этом поучаствовал в файтах. И очень хорошо фармил. Не в том месте карты, в котором нужно, но...
блять, убьют. Я очень поздно увидел, что меня идут убивать. Блять, не то дерево съел, хуец. Если ты в тупую на него пойдешь, то я, если чего, с ульта как прилечу. Форстапчик нужен. Пусть без минка надо начать. У нас контроль, а хуй в команде. Нужно до времени вот это дерьмо держать и вот это дерьмо держать. Нихуя не вижу, блядь. Пока вот это дерьмо нас режет. Не смог тупануть на боте, к сожалению. Я смог есть, и кнопка. Можно что-то, наверное, портить где-то на похуях. Подойдите ко мне тогда на смычок. Я не знаю, вижу здесь. А меня убьют здесь. Надо выйти. Сюда вот пойти. Если Шакира светится на боте, это еще не означает, что другие не хотят поиграть по-человечески. Только один герой на меня нападает, и сразу два плюса. А мне третий. Не угадал. Бля. Все здесь, вот здесь. Я пойду спектру пока поразвлекаю. ТП в мид, пуш. ТП в мид, прям сейчас. По башню. Пуш, ТП ко мне, плиз. Не могу, бро. Я подхожу. Я с ульта, если что, в тебе, если ты прыгаешь. Я ультану, как нехуй. Собьет, не на Дарксире. Я не собьет. Ой, извини. Я подошел, в принципе. Да, ну спасибо, Пуч. Кончай с ними уже. Кстати, антимаг сейчас нормально режет. Можем Рошана взять. Так у нас ни аур, ни... По башне пока они мертвы. После такого бездарного глифа надо бы. Да там на боте, смотрите, еще есть. Я рядом, антимаг, я рядом. Ты под мантой, ты бессмертен, потому что дизелайт не работает. Давай чизить. Как же мы просто уничтожаем эту башню с тобой. Извини, не допоняли друг друга. Просто взглядом. Да, игра интересная, пиздец. А кого вы боитесь? Там мы же вам 4 героев показали. Опять в таверне был. Так он, сука, просто мать, я его ебал, блядь. Дай мне похилиться с крипов. Ой, я же без таланта все еще. Опять крит незаряженный скинул. Походу убивают меня. Надо выйти без БКБшки, они такой смелый и пиздатый. Очень прочный выглядит герой. Так, спрятал. Блять. Ну нет. Да я уже, блять. На терминаторе меня поддержишь, Руч? Иди с интерментера, плиз, сапки. Причем задержка уменьшена до 0.1. Да ему хватило. Иди плюс один, я сдохну, мне кажется. Я иду.
Оба шарда нереально хорошо у сапиков. Хороший антимаг. Я нервничал, сразу понял, что я выиграл. Так, надо ТТМчик, наверное, взять, я без топора сейчас. I'm ready. Сейчас давайте что-нибудь сделаем. Нам нужно в решпит зайти, у нас антимаг уже может убить. У нас есть все, у нас есть... Давай прыгай постепенно в решпит, антимаг, мы с гейта там. Кстати, есть шанс Дарксира цепануть. О, блядь. Дарксир? Делаешь. Блядь, что-то я палево создал немножко. Похуй, они не будут, да-да-да, шанс дальше. Я потанчу, на меня переагрите просто. Я еще и хилю. Своего терминатора не забрали. Я возьму, я без диспела. Хорошо. Да ничего страшного. Давай, я с вами буду. Это все равно опция, а не обязательно. Не обязанность. Нет, ультимейта у вас. Конечно, надо вот здесь поиграть. Я решил дисперсером буду контрить Фуриона, потому что дисперсер, он еще и с другими вещами поможет. У него кулдаун гораздо меньше, чем у Сатаника, чем у Манды. Юла точно не вариант БКБшка, но не лекарство от всех болезней, мягко говоря. Парни фура сзади, ебет. Я ультанул именно, чтобы Грим выжил, если че. На себе ты бешеный. Я выжил ее. Значит, макропира нет. Прокаста Дарксира нет, так нет. Что. Нет, можете захватить эту хуйню, пожалуйста, я подключу на нее. На сраный лич, блять. Просто нажимает свое говно. Бля, он че. Бежим, Димак. Не добегаем. Давайте расход. Бот СК отпушит. Рунку СК законтролит. Бля, она очень больно. За Сильверу говорю. Спектр я все еще соло убиваю. Ну, БКБшку, походу, придется брать после дисперсера. Очень на это похоже. Можем Фуриона? Может, лича по пути встречу? Сука, ты в центре же. Мне кажется, мне надо фармить. Да, реально лича по пути встретил. Я бы посплитил. Давайте в лоу-граунд. Вы можете 4 сплитить, пока я посплю. Я же продавал батл. Я не могу, типа, драться, я вот... Hello. Всякими стяжками. Я хуй знает, у нас супер огромная ДБшка, и мы, блядь, просто совсем хуй... Просто хуёвые. Да, пик у противников мразотнейший. А у них нихуя нет, просто как хуя вообще деремся. Да, это просто ебаный лич солит. С Дарксиром.
Инспектор сам по себе герой противный, то есть на инспекторе. Надо, чтобы он кинул чайник в меня, а у меня лотус. Тогда по-другому файт не сойдет. Блять, мы можем просто первое на вижне. Удоуме. А пуч походи там, поищи Фурёна. Тут вижен почти наверняка. Сори, напиздел. А, ну ладно, связи. Выйти, выйти, пуч. Сейчас шоплы из пятерых вылезет. А чё, я с стрелами? Я с тоже думаю, что сейчас фура текнется. Зайби, да, клоунинск? Мне кажется, сейчас пуч... Если цепляешь, я ультану похуй. А? Не жалко мне. Ты чё, Даркси? Ебо эту хуйню. Тебе башер обязательно нужен, антимаг. На мид помощь. Это они еще без гостов, мы так страдаем. Давайте этого цепанем. Он что-то там совсем на расслабоне. Бля, если он с спорта останется, то будет... А чё молчишь? Чё молчишь, братан? Это мейн? Да, да. Замедлил? Отлично. Возвращаюсь. Хорошо. Рошана мы таймили или нет? Я просто был уверен, что мы закончим. Как часто вы это не слышите? Наверное, в каждом втором видео, может, даже в двух из трех. Ой, хорош, Рудж! Заебись. Мистер Брейкер почти без кулдауна. До мегасов надо. Даже когда они резнут, принимаем их. Они скорее с конвейером будут. Я с пачки вас похилю. Спиртер, почему, сука, не жмется говно? У меня есть выкуп и до ульта 5 секунд. Хуйня, по-моему. Если загуляют, то можно будет попробовать все равно. Они конвейером будут в таком случае. Поднимайся, поднимайся, нечем. До меня 15 секунд. Задефать. Да, вы можете начинать здесь. Даже если приебеть файт, антимаг сломает им базу всю. Может, ТП-шку собьешь? Сбейте хоть кому-нибудь. Две, о, две сбил. Антимаг, давай, заканчивай, заканчивай. Нихера себе трешешь. Антимаг, я возвращаюсь к тебе. СК супер хорош. Спасибо. Он два телепорта сбил. И третий просто, ну... сам не случился. Ломать унитаз, ничего не могу с собой поделать. Кстати, я слышал, что когда добавили только статуи, они были отдельными постройками не вместо святынь, а вместе со святынями. И такой pay to win был. Потому что крипы на них агрились, и могло не хватить дэмэджа от этих крипов. Спасибо за победу, мужики! Ебать, я хуёво сыграл! Да все охуенно, пешка моя.
Нихуя бык, блять! Добить бы трон как-то. Я не хочу трон, у меня тут тысяч. Лича нет. Смотрите на Фуриона. Я сдохну, конечно, в процессе. А, блять, уже зенцентрили. Блять, какие у них саппорты невыносимые. Это же ну просто пизда. Ладно, не смотрите на Фуриона. Интереснейшую игру. Нам расшпит бы заглянуть сначала. Мы уже разок наелись на их базе. Травочек, бедолага. Спектро был бы здесь. Это оригинал? Я прыгнул. Да. Бля, меня Рошан забашил. Не оригинал. Оригинал, она улетела обратно. Мы проебем эту игру. Я даю шанс 50%, что мы проебем эту игру. Бля, го просто нахуй, заберем Аегис и все, если они сейчас этого не сделают. Нужно сейчас подефать Рошана попробовать. Аегис нужен в антимаге слот БФа. Мне не нужен Аегис. Не на этой стадии. Пусть они будут стоять на базе дефать мегачи. Голод трона не. Но я бы на их месте сейчас истошно орал Рошана. Рошана. Блять, никто это не занимается, потому что, блядь, это ебаный прикан. А нахуя мы его убиваем, нам же антимага Аегис нужен. А смотрите план. План капкан. Мы убиваем Рошана, не берем Аегис. Фурион думает, что мы долбоебы, а мы стоим и ждем его. Смотрите и учитесь, ребятки. Сырок заберешь? Один майор. Виктор. Нахуй разобьем. Ломай, ломай, мы же миллионеры. Блять, а Дарксир летел за Егисом, нахуй. Поищем Трактира. Он где-то здесь шареебался. Не, блять, перед владыками, нахуй. О. Честно признайтесь, вы раньше играли в эту игру. Хуяно прям играется. Я первый раз. По тебе заметно, да. Поставлю. Что здесь делать надо? Заебал. Четверо, заебал, прыгай. Нам бы Аегис. Может, их страшно подождем, пацаны? Пизда, бля, сука. Блять. Вообще, брат. Нормальный баш. Чего делаете-то, алло? Все, я пошел терминатора фармить. А, ну го под фонтан. О, кайф. Он как бы попросил остановиться, а не аргументировал, что именно стой. Так, ну и получается, всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки, мне кажется, такой цирк их заслуживает в полной мере. И разумеется, мир вам.